А вот мы на высоте, на самой высокой точке Лас-Вегаса, где можно видеть весь город, как на панораме Google Maps. И тут у нас есть аттракционы. И Люся решила на одном из них покататься. Вот он сейчас выдвинется и будет кружить ее. Люся экстремальная девочка. Ну где вы там? Вон они. Люсю не видно. А вон она сидит сбоку. Ну, шеф, заводи. Это Люся, считай, над всем городом летит. О, они крутятся. Понеслась. Люся машет руками, наверное, или не машет. Вон она. Маши, маши. Во, машет. И где она опять? Вот она. Здесь. Вот такое вот развлечение американское, экстремальное. Тут еще вообще можно с тарзанки прыгнуть. Охренеть. А вот такой вот видок. Ух, они еще быстрее стали кататься. Мне кажется, страшновато. Еще музыку такую брутальную включили. Что-то кричат, I need help. Люся уже не кричит, видимо, напугалась уже. А я слышу, там с девчонкой что-то разговаривает. Думаю, они спрашивают, надо было кричать или не кричать, надо там. Жесть. Вот такое вот шоу. Видимо, все. Приплыли. А там одна черная девочка, она тупо одна. Они боятся, что она сломается, каруселька. Потому что она большая такая. Вот такое вот шоу. Сейчас не все выйдет, спросим, как у нее дела. Все, завозите их обратно уже. Сколько можно. А Петя очкует. Потому что ну нахрен. Я точно разобьюсь. Я обкакаюсь от страху. Ух ты, меня и тут, и там показывают. Люся, выходи. Или они не здесь выходят? Я могу здесь. Welcome back. Thank you for riding Insanity. Remember to pick up your personal belongings as you exit. Your ride fare is a discount. Ну где ты, Люся? Здесь еще курилка есть, покурить хочется. А сигареты кончились. Интересно, здесь наверх на вышине продают. Что пролетело над нами? А, там еще один аттракцион. Вот Люся еще на таком будет кататься. Веселье. Ну да, тоже страшновато на самом деле. Люся, надеюсь, догадается отсюда выйти. Блин, телефон уже перегрелся. Вот девочка раз. Это которая с Люси летала. Саня, скайдами ханги. You good?
Прикольно? Жарко только, не могу прям. Что, страшновато? Ну, прикольно, голова кружится. Да? Но город видно? Да. Очки.